Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Сват против зомби, сезон 2, поехали. Так, отлично, ну что же, ребята, у нас с вами фабрика, второй уровень начинается. Начинается опять, ребята, это жесть, но вначале мы кое-что посмотрим. Так, я так понимаю, ничего нету, прогресс пока стоит на месте, нам чуть-чуть осталось, всего лишь там 70 зомбарей, я так понимаю, победить или что-то в этом роде. Ну, неважно. Мы сейчас с вами немножко другим заняты и продолжаем бомбить по черноку. Да какая оценка? Ничего, блин, ничего мне не надо, никаких оценок я не собираюсь делать. Так, у нас здесь сварщики появились, как мы помним, такие довольно жестокие ребята. А вот эту вот штуку нам надо убирать, она здесь уже не актуальна. И что же у нас против сварных может хорошо действовать? Ну, я так понимаю, скорее всего, мина. Может быть, так оно и есть. В любом случае, ребят, нам нужно это все проверять. Денег у нас маловато, не хватает. Так что пока как-то будем справляться своими силами. Поехали, в общем, ребята, будем смотреть. Так, сколько нам? Две дорожки доступны, да? А нет, по-прежнему еще одна. Хорошо, в принципе, я готов. Готов встретить этих зомбарей. Ах ты, ядрить тебя на корень. Ты посмотри, а. Теперь у меня препятствия здесь постоянно будут. Хорошо, давай ломать. Давай ломать. Как-то промах. Какой промах может быть? Давай. И в каждом этом зомбарь, да, будет сидеть теперь. Специально, что ли, это сделали все? Ну, видимо, да, ребят. Так, в любом случае, снайпер у меня будет здесь. Он нам пригодится. Давай-ка вот так мы с тобой сделаем. Пошел отсюда, а. Ах, ломонище ушастое. Я сюда даже, нет, пока рано. Рано ставить мину. Но мы обязательно ее поставим. О, ящик выпал. Так, что, волна, что ли? Нет, пока еще никакой волны нету, ребят. Так что не будем паниковать раньше времени, а будем просто их чикать. Интересно, а кто может быть эффективен против зомбарей-сварщиков? Ну да, не в шлеме, я не спорю. Может быть, какой-нибудь шокер? Что-то, честно говоря, неохота мне пока проверять, искать. Я знаю, что пули однозначно неэффективны будут. То есть снайпер и кто бы там ни был, обычный стрелок. Вот сейчас даже проверим, блядь. Смотрите, вот он идет, да? Бич, блок. Понимаете, блок. То есть вообще пофиг. Он даже не то, что там какой-то урон, он вообще его просто блокирует. Но зато, как видели, дубинкой его просто нахлобучивает по-черному. Он просто сразу же отлетает. В общем, так, давай, волна. В общем, нам дают такой выбор. Или так, или так. Хочешь убивать обычных зомбарей? Стреляй. Хочешь убивать сварщиков? Будь добр, раскошелься на ближних боевиков, которые очень хорошо наносят урон. Но, видите, они их просто сдувают. Чпок, с удара они падают. Но знаете, в чем вся хитрость здесь заключается? В том, что если мы, предположим, сзади идет какой-нибудь босяра, такой довольно крупный, да? А я спереди, например, ставлю пулеметчиков, там, дробовик, да, или еще кого-нибудь там. Они будут стрелять, а этот в каске сварщик, он просто будет отражать урон. И задний чувак, босс, просто подойдет и будет их мять. Да, хитро, однако, придумано. Так, новый зомби, да ладно вам, зомби-ежик. Смотри, смотри, смотри. Ого. Так, зомби, утыканный железными прутьями. Это вообще удобно? Я не знаю, удобно или неудобно, но судя по тому, как он бежит и как он херачит перегородки, это довольно жестокий будет зомбарь. Черт, теперь думай, как с ним воевать. Так, нет свободных мест, я не хочу. В принципе, нет, не буду я ничего делать. А я что, ребята, опять перед уходом не поставил, не шиша? Ладно, давай откроем ящичек один. Так, 200 голды, дубинка, L96 и опять дубинка. Не густо. Давай следующий тогда откроем. Давай, давай, показывай мне. Так, опять 150 голды, тайзер. Сломанный щит, ерунда, короче, какая-то. Ну и фиг с ним. Так, значит, у нас здесь уже будет зомби, утыканный прутьями.
какая-то мерзость прям. Я не знаю, ребят, кто против него хорош. Будем в процессе игры познавать этого зомбаря. Так, ага, тут уже у нас две дорожки доступны. Отлично. Ждем, ждем их. Ай, сколько много препятствий-то. Я вижу, вижу, идет охламон. Бежит прям. Так, и там тоже, кстати, надо ставить, ребят, поскорее. Ну, ты будешь ломать или нет? Что ты встал-то? Давай, ломай их. Все, отлично. Так, надо вот сюда еще, наверное, одного поставить. И снайпер у меня готов, отлично. Пошел отсюда. Вот так вот. Со снайпером как-то полегче, если честно. Всех будем сносить. О, ящик хороший дали нам. Разносим все. Волна пошла, ребят. Волна побежала. Ждем, как говорится. А ну-ка. О-о-о-о-о. Смотри, смотри. Так, они легко сносятся, ребята, снайпером. Это я понял. Давайте сюда мину поставим. Тыч. Опа. Ну, ребят, я, честно говоря, думал, что там будут какие-то чувачки мощные. Нет, обычные зомби, утыканные, да, прутьями. Может быть, наносят довольно неплохой урон, но, как мы видим, они пока не успевают ничего сделать, даже практически добежать. Да, побольше снайперов, и, в принципе, дело будет у нас в кармане. Сколько тут волн-то, ё-моё, хорош, может быть, уже, а? Нет, ты посмотри, не угомонятся они все. Волна за волной, как говорится, бежит. Блин, не даже снайпера. Давайте вот сюда еще одного снайпера поставим с вами. И будем уже вот так вот их просто чикать. Вот, видите, как хорошо все получается. Изейший, я бы так сказал. Ах, все-таки одного там прожали они, а, гаденыши. Ну, прошли мы, в общем, этот уровень. На 2 звезды. Хреновенько, конечно, но, тем не менее, прошли. Так, новый спецназовец. Что это такое? Что он делает? Он, по-моему, ничего не делает. А, он просто стреляет, ребята. 2 автоматических пистолета, легкие и удобные, позволяют расправиться с зомби на ранних стадиях игры. На ранних стадиях игры? Так у меня... Я не вижу, честно говоря, не понимаю вообще, для чего он здесь нужен. А обычный пистолетчик что, не справлялся на ранних стадиях игры? Странные какие-то вы, ребята, честно говоря. Так, давай этот ящик мы с тобой активируем. Пускай он будет на открытии стоять. Ничего я, наверное, менять не буду, ребята. Мы с вами так все и оставим. Пока никаких сложностей нету. Думать над какой-то там стратегией не приходится. Единственное, что они... Я, кстати, понял, для чего, скорее всего, они сделали. На ранних стадиях игры, не сказать, да? А зомбари-то уже прут. Понимаете, к чему это? Не понимаете, да? В том, что слишком быстро начинается вот эта вот лавина зомбарей. И вы якобы должны купить чувачка, который у нас 2 пистолетами, чтобы хоть как-то с ними справляться. Именно на ранней стадии игры. Но на ранней стадии, я думаю, неплохо и снайпер будет справляться. Согласитесь. Да, я думаю, что так оно все и пойдет у нас. Иди отсюда там, строитель хренов. Со своим шлемом. Да ты достал уже там атаковать, а? Бомжара. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, тут что-то как-то большой слишком наплыв. Давай стрелять. Бум. Так, надо сюда кого-то выставлять нам. И бомбить бесщадно по ним, по всем. Тыч. Блин, монетки приходится самому собирать. И еще одного снайпера вызываем. И все, в принципе, ребят, что и требовалось доказать. Я так понимаю, в обойме у нас уже не 1 патрон, как это было раньше, а 2. Перезарядка идет, конечно, немножко дольше, но зато у нас... Да... 2 патрона. А это очень хорошо. Я так понимаю, что можно будет, когда другую мы с вами винтовку возьмем, там уже, наверное, будет 3 патрона. Вот, смотрите, как мы их сносим. Просто отлично. На ура. Иди отсюда. И этих 2 сразу с выстрела. Тыч. Не вышло, но сейчас выйдет. Все.
И здесь же, ребята. Но это, по-моему, не все тут. А, нет, все. Интересно, почему-то только две звезды опять нам дали. Вроде бы никто у меня не погиб. Нет, хотя одного там покромсали. Причем довольно хорошо. Ух. Так, денег у нас 2700. Может быть, мы что-то с вами можем улучшить. Я вот думаю, как насчет нашего снайпера. Ай, уж больно как-то дорого стоит он по улучшению. А прутик наш? Прутик-то как? Тоже 4,5. Блин, жесть какая-то. Также у нас есть обезболист-то. Как там себя чувствует? Нормуль? Вот, давай хотя бы его. Так, сколько нужно для завершения? 4. Что-то как-то, блин, дороговато все здесь начало нынче стоить. Ладно, мы с вами, пожалуй, поедем дальше. У нас 5-я миссия. Сколько? 2 дорожки опять же. Да, 2 дорожки у нас. Ящиков, как всегда, тут куча. И эти зомбари уже бегут. Уже бегут. Ладно, хорошо, бегите. Вот так мы сделаем. И пруд. Пруд мы сейчас вызываем вот сюда. Вот, в принципе, и отлично. Начало, как говорится, положено. Теперь дожидаемся снайпера, выставляем. И все, как говорится, по накатанной. Разбираем всех. Снайперка выставляем. И уже начинаем им щекотать нервы. Вот сюда еще выставим одного. Так. Пич. Одним выстрелом двоих. Так, 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 смотри, смотри, смотри. Пруд бежит, пруд бежит. Тынч, и уже лежит. Добегался свое. Ну, здесь мы, ребят, справимся вообще без проблем. Давай, давай, давай. Опа. Двоих сразу накрыло медным тазом. Обожаю, когда они вот так вот идут вдвоем, их сразу чпок с выстрела. Идите отсюда, олухи. Так, выставляем второго снайпера, ребята, и все. И дело, как говорится, пошло в гору. Смотрите. Ай, нет, не так, не так я хотел. Слушай, что ты там 33 раза перезаряжаешь свой автомат, я не понимаю. Вот. Куда там бежишь? Ах, да, ребята, все, я понял, почему такое бывает иногда. Он не доперезаряжается, у него 2 патрона, и поэтому долго. А когда у него 1 в обойму, он не может стрелять. Ему нужно именно, чтобы 2 там было. Понимаете, в чем загвоздка вся? Будем это учитывать. Вот, сейчас 2, и теперь он может стрелять. Вот оно в чем дело. Да-да-да-да-да, перезаряжается. Опа, выстрел. Опа, выстрел. Ах, вот оно что даже, ребята. Даже не то, что у него 2 патрона в обойме. Их здесь 2, а работают они как одно звено. Я так понял. Потому что только что я выстрелил одним 2 раза. Переключился на второго, хотел стрелять. И он начал перезаряжаться. То есть получается, что сколько бы у тебя... Если у тебя, например, 2 снайпера, да? Ты можешь с винтовки стрелять 2 раза. Если у тебя будет 3 снайпера, то... Ты можешь с одной винтовки стрелять 3 раза. Но перезарядка идет уже на всех. Вот она в чем загвоздочка-то. Понятно, как говорится, век живи, век учись. Ну а мы с вами едем дальше. Ну, новый зомби, адская зомби-собака. Прыгает дважды. Что, эта тварь прыгает дважды? Используйте высокие барьеры. Это как? Это как высокие барьеры? Где я, блин, возьму вам высокие барьеры? Вы что несете-то? Зашибись. Хм. Да, ребята, вот это они меня озадачили. То есть псина будет перепрыгивать двоих уже. Ладно, давай хотя бы посмотрим, как это будет действовать. Высокие преграды задействуйте. Где я возьму, во-первых, высокие преграды? Да, что-то как-то тут... Не то. Ладно, идет один зомбарь, хорошо. Давай ты иди, шурши, беги. Не стой на месте. Даже, честно говоря, даже не знаю, на кого и как тут поставить. Ага, сюда бежит, да, значит? Ладно, давай мы сделаем вот так вот. Пока будем вот так отбиваться с вами. Так, это мы забираем обязательно. Сюда выставим пруд. Так, пошел отсюда.
Сейчас побегут собаки, ребята. С секунды на секунду, я чувствую. Поэтому нам нужно быть наготове. Пока что-то не вижу я их. Но волна сейчас пойдет, и тогда, наверное, мы с ними встретимся. Ну где же эти псы? Вот они. Есть, успеваем, ребята, мы их сносить. И вот волна сейчас побежут. Побегут, конечно же. Их целые, наверное, орды. А мы вот сюда снайпера еще одного поставим. Я думаю, так будет эффективненько. Ну-ка. Тыч. Черт подери. Ой-ой-ой. Так, какого же лешего-то? Ну, все равно они отгребают, ребят. Отгребают эти собачки по полной программе. И, по ходу дела, мы справились. Фу, я, конечно, думал, будет немножко сложнее. О, вообще круто. Но денег все равно маловато, как ни крути. Так, новый спецназ... Вот, новый спецназ. Высокая баррикада. Преграда против прыгающих зомби. Спрятавшись за ней, чувствуешь себя в безопасности. То есть, получается, ребята, что через вот эту хреновину прыгающие зомбари не смогут перепрыгнуть. Так? Ну, судя по тому, как написано, оно должно быть именно так. Нам только единственное, что нужно будет в этом убедиться. А для этого нам надо будет ее взять с собой вместо вот этой фигнюльки. Так, я еще могу еще и улучшать ее, да? Да, могу ей пополнять якобы здоровье восполнить. В разы больше, чтобы оно было. Слушайте, дайте-ка я вот это уберу. Вот собаку, я хочу, блин, посмотреть, когда же она, как она будет собирать. И когда она будет собирать, ё-моё. Как-то несправедливо, согласитесь. Давай, вставляй сюда. И пока вот так вот мы с вами оставим. Тут у нас, ё-моё, и сварчик, и собаки-попрыгульки эти. А тут-то у нас что? Тут у нас ничего. Ну что же, погнали. Будем как-то сопротивляться. Ох, целую кучу ящиков сбросили мне. Специально, гаденыши, а? Ладно. Давай вот так сделаем. Перегородкой. А мы сами-то потом сможем через нее проходить или нет? Вот что меня интересует-то. Так. Ах ты, посмотри, как хитро получилось. Ладно, ломаем их. Давай это... Оу, уже так быстро? Так, ребят, секунду. Да чтоб тебя... Так, надо его сносить. Есть. Пес сдох. Да отвали ты. Все, нормуль пока. Так, куда же нам поставить? Давай-ка вот сюда, пожалуй, еще одного влепим. Что-то тут слишком какой-то большой наплыв, вам не кажется так? Все, вроде бы расправились. Дай-ка я собачку я поставлю и посмотрю, что она все-таки будет делать-то, а? Монетки, что-то не видно, чтобы она монетки собирала. Приходится самому все равно их кликать, чтобы забрать. Да, никчемная собачка. Так, дай-ка я вот сюда вот поставлю перегородочку вот эту вот, посмотрим. Как она будет действовать, если что, вдруг сейчас слишком много их побежит. А, ребят, собака не находит монетки. Она, знаете, как в игре про зомби против растения, она как солнышко дает нам просто дополнительный ресурс. Вот и все. Вот оно что. Понятно, будем знать. Так, давай-ка мы вот сюда тоже поставим перегородочку. Надеюсь, хоть какой-то толк от них будет. Ну, здесь, естественно, все собираем. Волна опять отбита в очередной раз. И мы, как всегда, на коне. Нет, от собаки никакого толка нет, ребята. Это просто как обычный цветочек. Дает нам дополнительный ресурс. Я-то думал, что она будет бегать собирать монетки, которые выпадают в заборе. Нет, не тут-то было. И что же у нас здесь? 8-й уровень. Здесь у нас собаки, прутки. Короче, все. И я думаю, что скоро, ребята, у нас здесь появится босяра. Вот, предчувствую просто-напросто. Так, ну смотрите, здесь очень хорошо идем. Тут 3-й, 4-й уровень только у нас по 2 звезды, остальные везде по 3. Хорошо, пока терпимо. Ну что же, погнали. 8-й уровень. Не знаю, стоит ли вообще вот эти вот вышки брать. Они стоят не дешево, посмотрите внимательно. И толку я пока в них не заметил. Но это пока, опять же.
Потому что 8 уровень, а еще 7 впереди, так что все может измениться в любую секунду. Уже 3 дорожки, да? Ну, вообще 3 дорожки уже давно, но просто они их удлиняют, скажем, разом. Так, идет по этой стороне. Хорошо, выбегает у нас первый наш полицейский. Так, вот сюда будет второй. Нам нужен снайпер. Чем быстрее, тем лучше. Ну, давай-давай, отлично. Все, он появляется, и мы уже начинаем вот здесь вот отбиваться. Это все забираем в обязательном порядке. Так, наплывчик идет. Сносим. Ёлки-палки, я же хотел собаку убрать. Забыл, ребята. Что ж, бывает. Так, не могу я насчет перегородки этой понять. Тихо, ты куда там собрался, эй? Уже волна? Да ладно, я же еще ничего не успел сделать-то толком. А вы уже следующую волну мне отправляете. Так, давай вот сюда вот перегородочку поставим на всякий случай. Ой-ой-ой-ой, дважды, да, прыгает? Ну, отлично. Не успела, как говорится, перепрыгнуть. Смотрите, ребята, да, она не умеет. Ах, смотри-ка, что там творится? Эй, так дело не пойдет, охламоны. Черт подери, давай срочно сюда дубинку вызывать. Ну-ка, бомбить их надо. А то они, смотрю, там раздухарились. Что-то чересчур. Вот этих вот тоже. Слушайте, они моих спецназовцев просто на ура валят. Вот именно вот эти вот чуваки с прутьями. Ты посмотри. Эй, не так уж быстро. Прикроем, нет? Давай, вот так вот лучше ломай. Слушайте, жестко становится. Очень жестко. Ты давай не отвлекайся, бомби по ним. Что-то целая гора их прибежала. Так, кого тут еще можно убрать? Вот этого гада. Слушайте, ну уже было намного опаснее. Но все-таки выстояли. Да, я не удивлен, ребята, этому. Хоть так, пускай лучше уж будет так. Новый зомби, да чтоб тебя. Зомби, метающие гвозди. Что? Здравствуйте, еще и стрелковых зомбарей им добавили. Так, вооружен автоматическим гвоздометом. Стреляет издалека, ай, больно. Ядрена ты уж. Вот это вот приплыли. Ха. Зашибись. И кто же у меня будет какой-нибудь спецназовец, который сможет отражать атаки этих говнюков? Так, собачка, ты не нужна здесь, это факт. Я не знаю, может быть, вот этот вот щит. Да вряд ли он что-то здесь может сделать против этих зомбарей. Даже ума не приложу. Хм. Пистолетчик, зачем он тут нужен? Черт, я просто в замешательстве. Я даже не знаю, что и сделать. Хм. У нас, смотрите, здесь еще дофига впереди будет. Раз, два, три, шесть. Вертолет еще какой-то тут. Центр города 69. Ладно, ребят, ну давайте, я не знаю, возьмем. Сколько у него здоровья? 705. 705 здоровья, а у этого... Ох, ты посмотри-ка, вот этот чувачок-то будет... Да чтоб тебя! Будет покрепче. Так, и давай вот это вот. Все, попробуем, ребята, таким макаром. Гвоздями, значит, стреляется, а, гаденыш? Так, ну давай быстрее ты, елки-палки, копись. Побежал. Так, ну здесь перегородки, если что, ребята, мы выставим. На всякий случай. А случаи бывают всякие, вы это прекрасно знаете. Так, нам нужен снайпер. Поэтому копим сейчас обязательно деньги на него. Вот он бежит, этот чепушило, который будет стрелять. Я его хочу... Ага. Я опередил его, ребята. Никуда он нафиг не успел добежать даже. Как отгреб. Так, здесь как-то вот не нравится мне вот эта заварушка.
Собираем. Сюда мы, наверное, поставим с вами перегородочку. Мало ли какая-нибудь псина побежит, чтобы не смогла перескочить. Так, смотри, смотри, смотри. Бежит, бежит, бежит этот чувак с гвоздями. На тебе в чайник, упырь. Вот сюда вот так вот щитоносца этого поставим. Я так... О, смотри-ка, 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 что происходит. Он издалека бомбит. Мои даже ничего сделать не могут. Причем довольно неплохо он разбирает их. Так, будем теперь сносить чайники этим хмырям всем. Так, давай, давай. Блин, перезарядка еще идет. Вот так вот, отлично. Так, надо вот сюда вызвать еще одного, потому что как-то маловато их там. Снесли. Вот так вот, отличненько. И волна, ребята, и волна бежит. Безудержная. Дай монетки. Все. Так, два снайпера. Отбиваемся, ребята, как можем. Да чтоб тебя, блин. Перезарядка идет, да. Вон они. Их надо в первую очередь сносить. Так. Зергут. Отлично, остальные меня не интересуют. Все равно сейчас полягут. Иди отсюда. Ну что, вроде бы как бы хорошо идет, все удачно. Блин, все равно две звезды, хоть ты тресни. Хоть ты тут что сделай, все равно две звезды. Да не надо мне ничего, вы запарили меня уже своими ящиками. Все у меня хорошо. Так, кто у нас здесь? Ну, жестянщик, сварщик, трубочник. Ну, в принципе, тот же самый состав, что и был до этого. Поэтому, когда ты там завершишься-то, а? Давай так сделаем. Ок, оки-доки. Блин, снайпера 4,5. Блин, а слушайте, а где здесь можно, интересно, заработать деньжат, а? И тем более так много. Может быть, в ночку нам зарулить? 1, 2, почему-то как-то так странно у нас уровни. Эти закрыты, не знаю по какой причине. Как это они так интересно избранно открываются, а? Так, здесь у нас есть, может быть, вот здесь попробовать. Рискнуть своим здоровьем, ребята. Мы вот так вот с вами оставим все, что у нас есть, и попробуем накатить, как говорится, этим хламоном. Ага, появляются. Такая парочка незыблемая. Ну, давай вот сюда поставим, потому что из колодца наверняка какой-нибудь гад может вылезти. А так он ничего здесь не сделает. Давай, давай, бомби, бомби этих гаденышей. Вот сюда вот щитоносца еще поставим. На всякий случай. Что он хоть чем делает? Он просто держит удар, видимо, да? Так, собачка бежит. Вот так вот, снесли собачку, больше ее нету. Ну что, олухи? Хе-хе. Получать. Ага, ты смотри, какая волна. Ядрить тебя на корень. Как тут, что-то вас как-то, блин, многовато. Хоть попадаем по кому-нибудь, а? Да вроде бы неплохо идет все. Пруд. Выходи-ка вот сюда. Сносим дальше. Вторая волна прозвучала, да? Так, монетки, монетки. Обязательно собираем эти монетки, гайки, болтики, шурупчики. Ого! Так, тихо, 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 тихо. Волна какая-то уж слишком большая. Давай, выходи, а мы будем расстреливать. Одного положили. Теперь моя очередь ложить вас, охламоны ушастые. Ну что, вроде бы выстояли. Угу. Что-то денег, я бы не сказал, что много денег мы с вами получаем. Но, тем не менее, ребята, у нас идет к опыту. Так, ну что же. Я не знаю, стоит, не стоит, ребята. Давайте, наверное, не будем, лучше пойдем на обычную, на нашу. Это, видимо, то же самое, просто уровень сложности намного сильнее. Так, и где же у нас? Где же у нас? Вот, да, 10-й. Да, 10-й, ребята, уровень. Пора, пора, ребята, их наказывать. Блин, вот эти вот ящики меня просто бесят.
Потому что мало того, что нужно эти ящики ломать, так еще с этими зомбарями нужно драться. От тебе и дай. Возьми, ё-моё. Так, давай вот сюда выставим. И одного сейчас вон туда поставим. Вот так вот. Все, теперь нам нужно, ребята, на снайперку копить. Эй, быстрее, быстрее, потому что он прут бежит. Прутик. Все, снайпер есть. Сносим. Вот так вот. И вот так вот. Нормуль. Так, я не понял, как это... Как-то у нас вот тут вот чувачки прорвались. Для меня это, конечно, секрет. Иди отсюда, прутик. Нечего тебе здесь делать. Так, дайте-ка я хотел все время щита этого поставить, проверить. Так, и волна, да, бежит. Волна бежит. Собака, с одним снайпером так хреновенько будет. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько у вас тут этих метателей-то. Да ладно, хорош ты. Ты посмотри, что просто рвут, ребята, просто рвут. Вот так вот, в наказание. Давай еще одного снайпера вызовем с вами. Так, порвали. Ну? Ну что, не можете наказать, что ли, вы этого хламона? Не могут они, видимо, ребята. Потому что он издалека их, оказывается, чпокает. Вот так-то. Да что там еще, волна, что ли, я не могу понять. Ну, давай, иди сюда. Перезаряжай быстрее. Минус. Вот так вот, хорошо. Так, прут, выходи. Ага. Пока все хорошо идет. Давай, давай, быстрее, перезарядка, я жду. Готовы. И вот этих вот, отлично, заколбасили. Ну, где там перезарядка? Вот здесь их очень много накопилось. Фух, разобрались. Да, ребята, разобрались. Тяжело, конечно, было, но... Я даже не знаю, что там дальше будет, ребят. Просто уму непостижимо. Да что вы с этим улухом-то не можете справиться? Да что за жесть-то такая, эй? На. Готов. Ну-ка, сколько там? Еще три. Три медальки, ребята, до уровня. Так, радуются такие все. Довольные, блин. Рано, мне кажется, радуемся. Еще... Еще все впереди, вся жесть будет впереди. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте завершим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до скорых встреч.